а 5 часов держать здесь людей с вещами, с детьми, иностранцы, которые о нашей стране говорят, что мы полные говны, правы. Правы, потому что это вы лицо, не мы, а мы-то работаем. А что вы здесь делаете, я не знаю. Я хочу, чтобы сюда пришла эта толстожопая. Вылет задержан, как митинг ОМОНом. Пассажиры в надежде играют с айфоном. Сидят, едят, ковыряют в носу. Глядят на взлетную полосу. Кто-то в прострации, кто-то лег спать. Нет информации, час, два, пять. Вылет задержан, светилось табло. Гасли надежды, кончалось бухло. Уже газировка в горло не лезла. Чресла приняли форму кресла. Кто руки сложил, кто хмурил брови. Но встал пассажир Леонид Якубович. Как памятник встал в полный рост. И на весь терминал произнес примерно следующее. Я ведущий поля чудес, чтобы творить, это пипец. Я ведущий поля чудес, а это пипец. До тех пор, пока сюда не придет вся телекамера, всех справа! Молодец! 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 Аплодисментами взорвался зал. Ну наконец-то хоть кто-то сказал. Леонид Аркадьевич, еще пару раз. Скажите за нас, от имени нас. Скажите свободно, громко и гордо. Скажите работникам аэропорта, руководителям всех перелетов, всем учредителям аэрофлота. Всем им хоть раз объяснять это надо. Всем, кто у нас получает зарплату. Дежурным, вахтерам, кассиршам, таксистам, певцам, режиссерам, актерам, артистам, ментам, врачам, работникам ЖЭКа, любому трудящемуся человеку. Скажите правительству в нашей стране, всем россиянам и даже мне скажите. Я ведущий поля чудес, чтобы творить, это пипец. Я ведущий поля чудес, а это пипец. Все молчат, и каждый из вас, каждый имеет право сказать то, что сказал я. Не потому, что я работаю на телевидении. Каждый из вас личность. И по сравнению с этим, они все, ради бога прошу женщин простите, они все говно. Он повторял это снова и снова, и люди внимали, как Божьему слову. Мыслитель, гений, Платон, Сократ, с нами все время такое творят. Как же мы сами не поняли раньше, что будет с нами, как жить дальше? Он высказал то, что было нельзя, он всех разбудил и открыл нам глаза. В сумраке зала, в секторе С, правда рождалась в усатом лице. Дайте скорее ему микрофон, кто еще скажет, если не он? Он ведущий поля чудес, чтобы творить, это пипец. Если он возглавит протест, вам всем пипец.